Рассмотрим, что нам нужно для работы с полипропиленом. Во-первых, это ножницы, чтобы резать трубы, рулетка, карандаш, ну и, конечно же, перчатки, чтобы защитить руки от ожогов. Мало ли, в работе всякое бывает. Теперь рассмотрим, какие полипропиленовые трубы бывают и где какие используются. Первая, самая простейшая разновидность, просто цельнополипропиленовая труба. Она используется в холодном водоснабжении и стоит от 45 рублей за погонный метр. Вторая разновидность – это труба, армированная стекловолокном. Она прекрасно подойдет для горячего водоснабжения. Стоит она на сегодняшний день от 70 рублей за погонный метр. Ну и третья разновидность труб – это армированная алюминием. Такие трубы используют в монтаже систем отопления. И, конечно же, стоят они подороже предыдущих. Ну а теперь давайте рассмотрим, какие же комплектующие для пайки полипропиленовых труб имеются в продажах на сегодняшний день. Скажу я вам все только что душе вашей угодно. Это уголки под 90 градусов, под 45 градусов, тройники, также бывают тройники с переходом на диаметр трубы побольше, муфты для соединения труб, клипсы для крепежа труб к стене, кранники, фильтры, комбинированные муфты с внешней резьбой и бывают с внутренней резьбой. Также существуют вот такие вот планки для крепежа смесителей к стене. И вот такие вот переходы дуги. Если нам нужно обойти, к примеру, трубу, идущую по стене, ставится вот такая вот дугообразная, готовая полипропиленовая деталь. Также существуют дуги и поменьше. Это я вам показываю большую. Также существуют вот такие вот заглушки с внутренней резьбой, если нужно где-то заглушить, к примеру, вентиль, и с внешней резьбой. Также есть и заглушки, которые, скажем, запаивают какой-то конец трубы или тройника уже наглухо. Существует и такой вариант. Сейчас я вам перечислил всего лишь небольшую часть комплектующих, которые имеются у меня здесь на столе. И которые чаще всего, кстати, используются при пайке полипропиленовых труб. На самом же деле, на сегодняшний день ассортимент комплектующих для пайки полипропиленовых труб намного больше.